Всем привет! Вернулась я с Ашана и показываю вам свои покупки. Значит, в первую очередь показываю глобальную покупку, которую я не планировала, но подошла, увидела, мне понравилось. Это вот такая вот безрукавка, она как стеганая, вот, с карманами, с большим капюшоном. Мне очень понравилось. Значит, это у нас... Сейчас скажу, что склад 100% нейлон, а подкладка полиэстер, сделана в Китае. Вот, но она очень теплая, очень удобная. Я очень довольна покупкой. Мне гулять с собакой, бегать и в магазин. Вот такой вещи не хватало. И стоила она 512 гривен. Это в самом Ашане. Так что довольная покупочка. Так вот она выглядит. Так, далее купила специально побольше, чтобы удобно было, чтобы можно было по теплый свитер одеть. Так, и вот такая вот покупка, это стоило 17 гривен, это вот такая вот сумочка, которая делается в кошелечек и носится. Ну так, бегать в магазин, там по мелочи покупать, потому что кульки надоели, постоянно рвутся, что-то мне захотелось. Она такая очень прикольная, я ее видела в открытом виде, так что сейчас открывать не буду. 17 гривен. Так, далее вот такую сумку купила, потому что мужу надо на работе что-то там сложить, какие-то вещи, вот, а там места мало. Но, конечно, я одурела за вот эту вот хрень, по-другому не скажешь. Я отдала 64 гривны. За что? Вообще ширпотреб. Так, далее, из непродуктовых я купила бальзам вот такой Шаума. Я недавно покупала шампунь, мне он понравился, купила к нему бальзам, чтобы была пара. Он стоил, вот не помню, посмотрю в чеке. Так, далее, значит, тут у меня нету куриных голов, куриных шей, потому что они чуть-чуть подтекли, я их сразу спрятала в морозилку. И очень голодно съела творожок в премиале. Так, все остальное вам показываю. Значит, купила вареники с сыром, вот такие вот. Они стоят около 20 гривен, по 25 гривен рижские шпроты. По 17 гривен до сих пор спагетти чумак. Ну, влажные салфетки. Как же без магнитика, я оттуда не выхожу. Вот такой вот прикольный, с тюльпанчиками. Так, большой кетчуп 11 гривен в акции, сметанка 9 гривен. Вот такое вот я никогда не пробовала чудо. Садовые фрукты, это ягоды, садовый микс. Ну, взяла два попробовать. Они по 6 с чем-то. Так, по 7 гривен пергамент для выпекания. Их именно каждый день. Вот это вот понравилось мне, овсяное печенье с кунжутом. Я взяла две пачки по 10 гривен. Потом взяла морковки на 3 гривны. Вот эти морковки. Почему взяла? Потому что взяла приправу в акции. Сейчас покажу, буду делать морковку по-корейски. Дальше, мне ничего, мне понравились вот эти рушники папировые по 6 гривен. То есть цена нормальная за такое качество. Дальше взяла две упаковки свинины. Буду делать сегодня плов, что-то захотелось со свинины. Это ошеек на 25 гривен один, значит, по 103 гривны килограмм. Вот. Тут и тут тоже почти одинаковая цена. Так, дальше немного огурцов, это будет на бутерброды со шпротами. Вот эти вот вкусные шоколадки Макс Фан, они по 10 гривен в Ашане. Так, далее творожок славяночка обезжиренный. Захотелось вот такую вот мармеладку Хариба, колу. Вот, она около 13 гривен вроде. Так, далее приправы идут. Значит, я купила в акции 2 по цене 1 за 4 с копейками. Морковка по-корейски, мясную мивину, сладкую паприку, сушеную петрушку, приправу для плова, приправа картошки и перец черный. Так, и вот такие вот у меня покупки. Я же говорю, творожок, шеи и головы у меня уже там, на кухне. Одно, что съедено, что спрятано. И показываю чек. В общая сумма покупок у меня 955 гривен 37 копеек. Вот, сегодня я все купила, но
просто вот 500 гривен затянула. И 60 гривен сумка. Так бы, конечно, было бы намного все дешевле. Так, ну и показываю чек. По-моему, вот это вот кондиционер 27 гривен, если это он. Вот сумка господарская, 64,90, 65 гривен. За что? Вот такая вот сумма. Все, сейчас буду все раскладывать, мериться. А всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.